Доброго времени суток, уважаемый зритель. Сегодня я хочу познакомить тебя с проектом, который называется LAN Axis. Эта платформа взаимодействия использует технологию блокчейн, а точнее неизменяемость и прослеживаемость записей в качестве моста между перевозчиками, грузоотправителями, грузовиками и управленцами. LAN Axis изменяет индустрию всемирной координации путем отстройки блокчейна для прямой связи грузоотправитель, грузоперевозчик, получатель. Также он отстраивает экосистему, приведенную в действие смарт-контрактами. Это также позволит сэкономить на многом, например, на топливе путем контроля маршрута, плюс к тому это оптимизирует бизнес-процессы. С LAN Axis перемещение элементов начнется с одной точки, а затем на следующую никогда больше не будет неудобным и неуклюжим процессом. Блокчейн LAN Axis позволит грузоотправителям и предъявителям оптимизировать и компьютеризировать различные ключевые процедуры. Таким образом, грузоотправители и перевозчики никогда больше не будут использовать дорогостоящих продавцов третьих сторон, например, грузовых посредников, собрания сторонней координации и грузовых экспедиторов, значительная часть которых требует 30% от стоимости всему операции грузоперевозки. Блокчейн LAN Axis будет встраивать распределенные бухгалтерские книги, смарт-контракты и другие технологии блокчейн в каждый цифровой актив и транзакцию для объединения и масштабирования революционных технологий с экспоненциальными результатами для управления логистикой и автоматизацией. Внедрение технологии блокчейн позволяет грузоотправителям проводить, управлять и отслеживать транзакции в цепочке поставок, а также оцифровывать процессы, сокращать мошенничество, укреплять управление и экономить время и деньги по всем каналам. LAN Axis создает токены, свою блокчейн-платформу, а также экосистему для осуществления транзакций внутри платформы. Так как LAN Axis создает цепочку поставок на блокчейне, это решение станет ключевым, так как во многом обеспечит еще эффективность и точность работы платформы, вкупе с ее прозрачностью и безопасностью. Модель блокчейна позволит в режиме реального времени отслеживать цепочки поставок, что позволит обеспечить контроль для двух сторон – отправителя и получателя. Цель платформы LAN Axis – стать лидирующей отраслевой платформой, которая взяла в свое вооружение технологию блокчейн для контроля поставок и обеспечения их безопасности и честности. Команда разработчиков видит потенциал в использовании технологии блокчейн для улучшения цепи поставок. Используя технологию блокчейн, компания хочет предоставить для отрасли логистики и грузоперевозок уникальную возможность использования межотраслевой платформы, в которой будет место разделения между всеми звеньями цепи грузоперевозок, а следовательно полный контроль над этими самыми звеньями. Это, в свою очередь, приведет к взаимовыгодному сотрудничеству. Использование блокчейна будет решать такие задачи, как моментальная оплата, прозрачность и гарантированная честность в соответствии номенклатуры, повышение эффективности решения спорных вопросов, неизменяемая история грузоперевозчиков. Клиенты смогут получить полный и прозрачный контроль над отправкой, видеть задержки груза, примерный расчет времени, видеть маршруты. LAN Axis решает проблемы непрозрачности, длительности и дороговизны логистических услуг. Погодите, я решил прерваться для того, чтобы перейти на White Paper, документ, в котором прописана вся информация о данном проекте. Сейчас мы перейдем, и я предложу вам рассказывать. Так выглядит
white paper данного проекта. Как мы видим, по содержанию всего 46 страниц. И немножечко изучим его. А я продолжу. Плюс к тому, платформа надежно следит за документацией. Например, за сертификатами страховки. Она отслеживает их продление, верифицирует их. Смарт-контракты, используемые в проекте, помогают оптимизировать отгрузки, делая их автоматическими, так как в каждом из контрактов прописаны бизнес-правила и требования, а смарт-контракт самоисполняющийся. Повышение честности идет также за счет того, что если грузоотправитель что-то поменяет, эта информация моментально распространяется по всей логистической цепи, что позволит оптимизировать процесс доставки с новыми издержками. Таким образом, проект LAN Access работает над улучшением логистических услуг. Они используют блокчейн для упрощения поставок, при этом позволяет делать их более дешевыми путем обхода посредников, а также более прозрачными путем того, что теперь можно контролировать процесс поставки товара. В целом, этот проект очень хорошо подошел к использованию блокчейна. Он знает проблемы отрасли и пути реализации к решению этих проблем. У проекта определенно есть потенциал к тому, чтобы его использовали. Давайте вернемся обратно на страницу сайта. Я надеюсь, вам понятен white paper. Вернемся на страницу сайта, вернемся к началу. И я хочу заметить, что осталось 9 часов, когда вы сможете купить данный токен со скидкой 19%. Через 9 часов такой возможности уже не будет. Для этого вам надо нажать Buy Access Token, то есть купить этот токен и приобрести его с данной скидкой по цене 18 центов за токен. Я надеюсь, мой видеообзор был вам понятен. Переходите по ссылочкам в описании под этим видео. Там переходите на сайт, изучайте его, переходите на социальные сети, читайте, смотрите. А я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!